Правительство Севастополя приняло решение о внесении в уставный капитал аэропорта Симферополь 775 миллионов рублей. Таким образом, город приобрел 6% акций АО «Международный аэропорт Симферополь», рассказал в четверг журналистам руководитель Департамента имущественных и земельных отношений Рустем Зайнуллин. Названная им сумма вложения в акции аэропорта предусмотрена в федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя на строительство гражданского сектора аэродрома «Бельбек». Решение о том, что он станет филиалом аэропорта «Симферополь», было принято в конце 2016 года. Для этого в федеральную целевую программу внесли изменения, по которым заказчиком строительства гражданского сектора выступило Минэкономразвитие России. Субсидию из федерального бюджета на это мероприятие Севастополь внесет в уставный капитал акционерного общества. Строительство намечено на 2019-2020 годы. Бюджетные средства направят на создание линейных объектов, а пассажирский терминал и заправочный комплекс возведут за счет частных вложений. Бельбек является аэродромом совместного базирования. Согласно первоначальным планам, на нем должен был появиться полноценный гражданский аэропорт. В федеральной целевой программе для этого было предусмотрено 1,7 миллиарда рублей.